Я понимаю, что еще год назад во всех парках города Видное царил хаос, а сейчас здесь красочно и чисто. В апреле прошлого года парки возглавил новый директор. Им стал депутат Совета депутатов Ленинского района Валерий Черников. Только с его приходом места отдыха стали преображаться. Людмила работает в Расторгуевском парке уже давно и помнит, как здесь было раньше. До этого практически парка вообще не существовало. Все было заброшено, это было все поросшее травой, никаких площадок, ничего по сути здесь не было. Когда в принципе, стало это все появляться, когда появился новый директор. Появилась детская площадка новая, вырубили старые деревья, все появилось, скамеечки, все стало красиво, чтобы для детей, для взрослых, чтобы могли прийти, посидеть, отдохнуть. Расторгуевский парк отличается количеством зелени. Он находится в живописной части нашего города. Здесь комфортно прогуливаться как взрослым, так и детям. На его территории расположен большой пруд. Людям здесь нравится. Здесь все хорошо оборудовано, приятно находиться, свежий воздух. Ну, мы первый раз в этом парке, но тут все для деток устроено и достаточно зелено, хорошо. Губернаторский конкурс «Парки Подмосковья» впервые был проведен 2 года назад. Тогда Валерий Черников участвовал в нем с проектом «Чистая территория» и «Липовый парк» на Старногорной улице. В этом году Черников участвует в конкурсе уже как директор парков отдыха. Расторгуевский парк было решено представить в 2 номинациях с проектами. Блиндажи времен Великой Отечественной войны со всем насыщением, которое имитирует партизанский отряд, и высадка сосен возле детской площадки. Высадили кустарника порядка 300 штук. Вот этого дерна и 15 сосен, которые посадили, чтобы закрыть дорогу от детской площадки. Я очень рад, что то, что я делаю, то, что вот те проекты, которые я реализую, они не для меня, они для жителей. И жители с благодарностью к этому относятся. За что им большое спасибо. Следующее место, которое мы посетили, был детский городок. Центральный парк отдыха города Видное – одно из любимых мест видновчан. Здесь красиво, зелено, царит дружелюбная обстановка, постоянно проходят различные мероприятия. Одним словом, здесь, в этом парке, всегда можно отлично провести время. Здесь в конкурсе участвуют 3 проекта. Это бадминтонная площадка, детская тематическая площадка-избушка на курьих ножках и граффити-проект. Такие оригинальные решения наверняка могут претендовать на победу. Юлия Погосян, Константин Брылов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.